Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Я на аккаунте Михалыча, у меня есть вот такие вот интересные штучки. Это ключи от камер, которые у нас есть в полицейском участке. И также 4 карты капитана. Это все я решил отснять на видос и посмотреть, что же можно найти в камерах в этих заключенных, которые находятся в полицейском участке. Я дождался, пока у меня полицейский участок откатится полностью и отправится туда сразу же после этого. Нужно немножечко очистить путь к самому участку, где находятся камеры заключенных в этом полицейском участке. И надеюсь, у меня 8 ключей хватит. Если же нет, то попробую найти дополнительные ключи при зачистке полной полицейского участка. Ну что, у меня есть дробовик, в принципе, большущие аптечки. Ну и в принципе, я не сильно думаю заморачиваться при чистке этого полицейского участка. У меня дробовик полностью модернизирован. И вот так вот на изи я буду передвигаться к камерам, не обращая внимания на остальных зомби. Ну разве что зайду парочку комнат для того, чтобы, может быть, вот этот голодный толстяк бывает выносит нам зеленую карточку. А в этот раз это будет ключ. Дополнительный ключ, неплохо. Итак, ну что, это открываем. Сразу же отбиваем с одного выстрела голову. Бугай разлетается вообще на куски. Это шикарно. Мое. Так, давайте посчитаем, сколько здесь камер. Никогда это не заморачивался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня просто больше ключей, чем шесть. И почему-то я думал, что 8. Постоянно собирал эти ключи, ни разу не открывая. Все-таки я видел, что есть возможность выбить майку или что-то крутое. Давайте попробуем в этот раз сделать то же самое. Повторить и выбить что-то интересное. Первая камера. Ну, давайте сразу же откроем это. Как бы всегда я так делаю. Сначала открываю, а потом лутаю. Вот этого мужичок. Давайте сразу... Херандок, сразу же, как же ты, блин, зомби, сидел здесь сколько времени без еды и воды. Наверное, там у него где-то запрятана еда. Так, первая шконочка, и смотрим на лут. Мне самому интересно, что может выпасть. Вода изолента, не особо круто. Следующий, итак, смотрим, следующая шконочка, и это херандок, вода и болты. Не знаю. Что-то мне подсказывает, что здесь какая-то ерунда. Следующая камера. Вода. О, еда и сигареты. Это уже как-то больше на реальность похоже. И осталось всего лишь... Я так понимаю, борода здесь тоже выпала. Осталось всего лишь 2 ящика. Я понимаю, что... Здесь вообще лут ни о чем, но ключи можно собирать. Есть все-таки шанс получить какую-то майку или я не знаю, что там еще, но тем не менее. Сейчас мы будем смотреть, что здесь ищет. Вот, это походу топовая, да? То есть одна из камер постоянно с каким-то топовым лутом. Ну, я не назову это все топовым лутом. Сидим, выпьем воду, но тем не менее, немножечко поразвлекались и посмотрели, что же за лут попался нам с этих камер. Мне всегда было интересно, когда не замечал, что выпадает, и постоянно лутал какую-то дребедень. Ну а здесь я собрал целых 4 терминала, это тоже нужно собрать, но как бы к нему никак не доходят у меня руки. 4 терминала, естественно, сейчас мы эти все 4 терминала активируем нашими капитанскими картами. Попытки закончились, естественно, выехало 4 ящика, и я сейчас буду наслаждаться отличным лутом. Вот единственное, где получаешь удовольствие, так это вот, лутая такие ящики, как в полицейском участке. Мне как-то они напоминают чем-то ящики, которые можно найти в бункере Альфа. Это целая броня. Именно целая броня того, чего не хватает нам. И большое количество таких ресурсов, ингредиентов, как карбон, вот эти линзы, это тоже получаю здесь. Так, что здесь? Это что? Удобная рукоять. Удобная рукоять у нас, к сожалению, есть. Я хотел бы получить какой-то глушитель. Ну, каждый раз, конечно... Как говорится, можно хотеть, вредно хотеть, вредно не... Как там говорят? Вредно мечтать, а не мечтать. Что-то такое, что-то запутал сам себя. И так, глочатина, следующее. Так, редкая схема для модификации вашего оружия. Почитайте, чтобы добавить рецепт. А, ну это понятно. От какая не пишется, да?
доступен новый модуль, модификация с увеличением магазина, с увеличенным магазином. Еще оружие, естественно, куда-то мы его выложим. Оружие, естественно, сразу же отправляется к нам. И все, что доступно, пластина вместо молоточка тоже к нам в инвентарь. Третий ящик, и это уже винчестер. Как бы хотелось что-то с винчестером этим замутить. Так, калашик, это что? Опять же, обойма. Насколько не хотелось бы, конечно, обойму вести с собой. Хочется какие-то более увеличения урона, может быть, крит, может быть, еще что-то более крутое. Где там водичка? Водичку я выложил в первый или второй ящик. Так, вот и вода. Удалим жажду, и последний ящик. Херандок, это дробовик. Дробовик у меня уже есть, наверное. Прицел. Это все есть. Нифига себе. Ну, давайте посмотрим. Два глачатины. Нормально, нереально. Я вам скажу, что этот лут можно сравнить только, не знаю, с лутом, наверное, с оранжевых ящиках в бункере Альфа. Совсем неплохо. Немаленькое количество лута. И я думаю, что таким лутом можно наслаждаться каждый раз, когда откатится у вас полицейский участок. Ну, немного времени, конечно, потратить на то, чтобы зачистить всех зомби. Но если есть доступ к синим, то, конечно, лутать синие. Но я думаю, что зеленый тоже не сильно, конечно, отличается по редкости лута от других. Ну, вот так вот, ребят, прошло мое видео, и надеюсь, вам оно понравилось. Не забывайте, ребят, лайкать и подписываться на канал. Сейчас, конечно, что-то можно было бы придумать, пойти зачистить полностью целый полицейский участок, чем, наверное, и займусь. Потому что что-то коротковатое видосик вышел, и сейчас мы это все изменим, выложим немножечко оружия. И всего редкого вот сюда, в этот, автомат с батончиком. Не понимаю, почему наш выживший просто не захавает кучу батончиков. У меня есть винчестер, дробовик, и давайте немножечко попортим зомбятины где-то здесь. Так, мы не лутали вот эти всякие прикольчики, которые здесь находятся, типа шкафчики. В шкафчиках очень часто попадаются тоже хорошие, ну вот кеды. Смотрите, почему бы и нет? Вот хотел бы сейчас где-то зайти в какое-то заброшенное здание, найти кеды. Еще одни кеды, что ли? Идентичный лут. Гвозди, кеды, металлолом. Единственное, чем отличается, что там два гвоздя, а там один. Интересно, что можно сделать с помощью гвоздя, кеда? Оружие, кеда, гвоздь. Задание выполнено. Заодно, ребят, и задание какое-то выполнено. Неплохо, нормально, нереально. Сейчас посмотрим, что за задание это было. Так, заходим на почту, открыть. Где-то здесь было какое-то задание. Не понимаю. Забрать, да? За четвертый уровень? А, я понял. Вот так вот, даже задание выполнено, все потихонечку. Я, конечно, храню все задания, чтобы за один день на стриме запустить и выполнить все задания. Ну, попробуем, конечно, как-то на стриме запустить и выполнить сразу все задания. Мне уже доступно. О, смотрите, подорвался наш. Тут еще один вот загорает. Они, наверное, вчера перегуляли, поэтому вот так вот не реагируют. Нужно немножечко походить по спине у этого. О, вот он ожил. И те тоже зомби. Смотрите, это в фуражках все. Нифига себе, офицеры, вы че? Зомби-офицер, зомби-офицер и зомби-офицер. Нормально, нереально. Ну, я думаю, что прочность нашего дробовика иссякнет вообще вот очень быстро. И поэтому... Так, еще один. Блин, а почему же с остальных не падает тоже лут? Всегда хотел увидеть, как стрелять в винчестер. Только видел на видосах, а сам никогда с него не стрелял. Прикольно. Такой звук ни на что не похож, да? Какой-то новый звук. Прикольно. Давайте еще постреляем немножечко с винчестера, дабы разбавить обстановочку, и дочистим весь бункер. Вот так. Бункер. Почему бункер? Полицейский участок. Когда мне пишут в комментариях ПУ, ПУ, думаю, что такое ПУ? Это же и есть полицейский участок, только аббревиатура. Очень сильно, конечно, укоротили ПУ, полицейский участок. Ну, зато меньше писать, конечно. Сапер, держи, окаянный. Сейчас он будет взрываться.
Бабах, 400 урона. Нормально, нереально. Вот единственное, что, конечно, не дорисовали разработчики, чтобы этот зомбяк, когда взрывался, наносил урон и своим рядом стоящим как дружбанам, ну, то есть зомбятина. Ну, вы, наверное, поняли так. Ну, дробовики я оставлю для того, чтобы модернизировать их, естественно. У меня есть много чего, что на них поставить. А глоки можно пока что тратить. Потому что модули есть, в принципе, чертежи, но я их ни одного не собрал до конца. Ну, сейчас тут еще несколько зомби, и думаю, можно будет заканчивать. Зачистим полностью полицейский участок. Конечно, волны мы не будем отбивать. Это мы оставим, может быть, как-то на следующий раз. Вот еще голодный толстяк, с которого бывает, выпадает, конечно, зеленая карточка. Очень редко, но, как говорится, что... Блин, да что-то сегодня мне не особо везет. Опять же, ключ. Опять ключ. Попробуем, может быть, еще в одном из видосов залутать эти камеры. И все-таки выбить маечку. То есть мы теперь знаем, что 6 ключей нам достаточно. 3 есть, это четвертый, отлично. Я думаю, что как раз на следующий раз, когда откроется у меня полицейский участок, мы с легкостью залутаем еще раз камеры и увидим, что там можно поднять. Все-таки есть ли изменения в луте? Бывает ли там крутой лут? Потому что мне пишут, так, щит. Мне пишут ребята, что в принципе есть возможность найти что-то очень крутое в этих камерах заключенных. Так. Ну что же. Так, ну в принципе он убрал щит и пора, наверное, его убивать. Что у тебя? Да что ж такое? Что-то вы все какие-то сержанты. Нет у вас здесь нормальных пацанов. Так, что случилось? Быстренько долутаем. Керандок. Еще один ключ. Неплохо. Попробую, конечно, наверное, не попробую, а придется мне сделать несколько каточек, несколько рейсов в этот полицейский участок, чтобы, как говорится, забрать все, что здесь мы набили. Выбили, естественно, несколько сетов брони. Это однозначно мы сразу же это все отвезем по максимуму к нам на базу. Ну, а, ребята, с вами хотел бы прощаться. Надеюсь, вам хоть немножечко понравилось это видео, и вы оцените этот видосик своим лайкосиком. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, комментарии. И пока-пока. Увидимся в следующем видео.